художник питается своим детством всю свою жизнь. От того, какое идет детство, в общем, зависит то, каким будет его творчество. Я считаю память, так сказать, такой эмоциональной структурой особенной, которая имеет колоссальное значение для каждого, так сказать, человека, который живет, ну, не знаю, для которого воображение, фантазия имеет первостепенное значение для его профессии. Свободы творчества, то без этого понятия, без свободы творчества вообще не существует никакого искусства. Если уж нуждается в духовности, то оно тем самым начинает выплескивать произведения искусства, рождать художников. Если нет, то общество обходится без искусства. Но увеличивается количество несчастных людей, неудовлетворенных людей в духовном смысле. Человек теряет цель, он перестает понимать, зачем он живет. Искусство – это одно из самых бескорыстных деяний человека. Смысл искусства – это молитва. Это моя молитва. Дать абсолютную свободу актеру, если перед началом работы он продемонстрирует полную зависимость от замысла. Дубль, два, три, длинный, 100 метров, 200. Мне это совершенно все не важно. Мне важно, чтобы вы здесь ничего мне не показывали. По-моему, смысл жизни заключается в том, чтобы возвысить свой духовный уровень за то время, которое нам дается прожить. И вообще, может быть, так сказать, вся драма нашего будущего заключается не столько не в войне, сколько в постепенном уничтожении экологической ниши для существования человека. И без войны мы задохнемся в этой среде. Поэтому проблема творчества и спасения в наше время становится более чем актуальной. Важно успеть.